Самый новый и самый классный кинотеатр Петербурга. Называется «Мираж» и находится на Петроградке. Внутри безумно красивый и классный красный интерьер. Нахождение в этом кинотеатре уже настраивает тебя на какой-то художественный лад. Но самое прикольное, что здесь есть зал, в котором можно заказать еду. Не просто попкорн и чипсики, а полноценную еду из ресторана. Ну и чтобы не смущать соседей, можно отгородиться такой вот шторочкой. А после откинуться назад и в полулежачем состоянии смотреть фильм. В ресторане при кинотеатре, который называется M-Kitchen, полноценное меню. Можно взять фастфудные позиции, как это сделал Габриэль, а можно удариться в ЗОЖ и взять, как я, типа салатик, рыбка и рис. Мне кажется, это был первый раз, когда я в кинотеатре ела полноценный ужин, и мне это очень понравилось. Ну а если вдруг в кино сейчас не идет тот фильм, который вы хотите посмотреть, то всю эту еду можно заказать домой. У ресторана M-Kitchen есть доставка.